Доброй ночи. На часах 11 вечера. Сегодня все еще 11 июля. Хочу рассказать вам про то, что в последнем видео я накладывала маску. Ну, это, конечно, видно, она там прыгает на бровях. Вот. Ну, я просто, мне показалось интересным посмотреть, какое видео будет с маской. Оно очень долго обрабатывалось. Ну, обычно у меня в Какуте видео обрабатывается очень быстро. Ну, где-то минут 10 и все, видео обработано. А здесь обрабатывалось около часа. Около часа и... В общем, мне уже жалко было просто удалять все, что обработалось. Я уже выложила его так, как есть. Вот. Боже, как блестит моя кожа. Это я перед сном намазалась кремом и гигиенической помадой. Вот такой блеск. И, в общем, мне было уже жалко его удалять. Я его уже оставила так, как есть. Но для себя я решила, что масками я пользоваться больше не буду. Во-первых, потому что это долгая слишком обработка видео. Мне это не очень нравится. Я люблю, чтобы все быстро обрабатывалось. А во-вторых, я, наверное, больше не про какую-то там инстаняшность, про какую-то невероятную красоту. Я больше про эмоции и харизму. Мне бы хотелось, во всяком случае, быть не про красоту, а про эмоции и харизму. Потому что, когда я вижу разные ролики, например, в том же ТикТоке, и там часто попадаются девушки обыкновенной внешности, не накрашенные, но они настолько интересно выражают свою мысль, настолько интересно рассказывают, что невольно хочется посмотреть остальные ролики. И эти девушки обыкновенные. Они даже не накрашены. Ну, плюс я лентяйка. Мне лень краситься. Вот. И, может быть, когда-нибудь я начну этим заниматься, но пока это не про меня. Ну и к тому же, мое личное сугубо мнение, что чем больше красить глаза, тем больше нужно будет потом использовать усилия, чтобы смыть эти глаза, когда смываешь в любом случае нежную кожу вокруг глаз, так или иначе, ты ее растягиваешь, когда смываешь косметику. Какие бы там ни были средства, но все равно, так или иначе, мейкап, он соприкасается с нежной кожей вокруг глаз. А у меня, ну, там, я не знаю, тональник там, или еще какие-нибудь там хайлайтеры, или как это называется. Но это же все равно все соприкасается с нежной кожей вокруг глаз. А у меня эта кожа наиболее чувствительна. Это один из моментов, который будет больше всего, быстрее всего стареть. Вот именно кожа вокруг глаз, она уже сейчас имеет определенные там... Здесь есть морщины, просто пока на видео не видно. Поэтому я решила, что я пока... Вот пока я буду максимально естественной, максимально без косметики и... Акцент делать не на яркой какой-то внешности, а на эмоциях, которые я буду транслировать в своих рассказах. Пытаться, по крайней мере. Вот, так что не судите строго. На том видео, на последнем, да. Там прям эксперимент с масками. Этакие маски-шоу. Ну, мне очень нравится экспериментировать в Капкуте. Я надеюсь, что даже такой, возможно, не очень удачный эксперимент вам все равно понравился. Ну, вот такое краткое видео объяснение. Всех целую, всем пока!